исповедоваться хочу. Мне придется много вам рассказать. Плохого. Очень плохого. И еще. Я хочу сделать жертвоприношение. Вот это. Пожертвование. С вас исповедь, с меня деньги. Отец Анатолий, а не расскажете, как там где монстр? Я же просила полчаса хотя бы. Настя, я что ли плачу? Хорошо, его быстро привезли. Успели снизить внутричерепное без операции. Какой операции? Что с ним? Диссоциативная амнезия. Не помнит, что было с ним и кто он. Сюда идет очень опасный человек. Хочет исповедоваться Анатолию. Он же... Так я про это же. Ты теперь меня за него должен. Манишь, за базар ответишь. Повторим самые яркие события жизни Анатолия. Он все остальное вспомнит. Ребут, перезагрузка. Не сквернословь. Потрясение, которое помнишь всю жизнь. Вы нам нужны, только молодая. 50 тысяч в час, 3 часа минималка. Я понял, можете не креститься. Забор прикрыть. Начинаю обратный отчет. 3. Больше дыма! Больше дыма! Альпинист на подходе. 2. Будет у нас с вами свой Байконур. 1. Братва. Братья и сестры. Я все придумал. Тебе надо, чтобы мир вертелся вокруг тебя. Если он понял, как жить, я и подавно разберусь, и все у нас будет хорошо. Я, знаете ли, что же, чалился. Понятия разделяю, фини, чухаю. Ты 10 дней там в СИЗО отмотал. 11.